Шойн. И сразу побеседуем с нашими. Встретили. А потом продолжим. Очень приятно, что мы вас встретили. Очень рада. Дочка очень хотела вас увидеть. Да, в Германии всегда вас смотрим. Вы такие молодцы. Вы каждый Спасибо. Вечер гуляете, нам показываете Армению. А вы давно? 22 года уже живу. О, девочка там уже родилась. Девочка там родилась. И мама живет с нами там, в Германии. Значит так. Ну, она понимает. Дочка. Я молчу, что она затрудняется. Да, она понимает. Мама. Мама и бабушка. Да, и бабушка. Добрый день. Добрый день. Как вам Ереван? По-русски. Как вам Ереван? Ну, Ереван — это мой родной город, я здесь родилась. Да. Да. Очень люблю Ереван, конечно. Да. Недавно в монументе жили? Да, в монументе прям, ну там вот первая остановка. И школу Толстого кончали. Да, да. С вами все понятно. Перейдем к дочке. Или она... А, ну тогда к бабушке. Вай, хайрен хосмэк, хайинч апсо, сэсэр русэрэна. Русская передача, а девочка говорит на армянском. Вот, молодчина. И бабушка, вы тоже жили, естественно, с дочерью. Русская. Мама русская, из Петербурга. 40 лет здесь жила, в Армении. 40 лет, да. А до этого в Петербурге? Да, до этого в Петербурге. И как часто вы приезжаете в Ереван? 3 года. Ну, да, это был ковид, война, мало, наверное, да, поэтому. И мы приехали, и сразу вот этот ковид, и вот эти 2 года тяжелых, да? Да, вы до этого, да, приехали? Да, в 2019 году, в октябре буквально были, и потом уже вот этот ковид, и все война эти... Война началась. Да, и вся эта история. А в Германии в каком городе? В Любике мы живем. В Любике, да. Да, недалеко от Гамбурга. Недалеко, да. Если будете в Гамбурге, пожалуйста. Были, добро, в Гамбурге были. Снимали, да, я знаю, вы везде были. Вы молодцы. Вы Но везде не везде были. Снимали, а вот Гамбург снимали, да. В Эвридее. Ну, Гамбург, а у нас буквально 40 минут на этом, электричке. Да, на электричке. Я у нас помню. Курортный город такой маленький. Да. Уютный такой, недалеко. Вы работаете там? Да. Да? Угу. А монумент как вам? Очень изменился? Ну, на мой взгляд, да. Я боюсь, дочка разочарована, да, наверное? А почему это ты так решил, что она разочарована? Ну, потому что монумент сильно нуждается в реставрации, в ремонте, в реконструкции. Зато сколько народу, видишь? Невооруженным глазом видно. Да, это все-таки хорошая зона, зеленая. А вы не представились, как вас звать? Меня Аида зовут. Вас Аида? Да. А дочка, я уверен, комменты пишет. Я Мария. Вас Мария. Мария. Да, Элен. И Элен. Элен пишет комменты, нет, Элен? Закончила гимназию в этом году и сейчас уже написала, у нас так, да, пишут, заявляют в колледж, да? Канцлер заявление пишете. А уже в институт. Да, в архитектурный. В архитектурный, да. Ну, мы заберем ее у вас, если да? Да, нам архитекторы нам нужны. С удовольствием. С удовольствием. Ну, спасибо вам большое. Большое спасибо. Хорошего вам дня. Здоровья вам всего. И вам того же. Да, мама всегда вами восхищается. Восхищается. Спасибо. Вам всего того же, что вы желали нам. Спасибо большое. И почаще приезжайте. Почаще приезжайте. Постараемся. Как получится. Всего доброго. Дня. До свидания. Мы отсюда покажем несколько аллей, которая куда ведет. Вот это центральная аллея. Нет, Анеджан, это, да, ну... Это центральная аллея. В принципе, вот это... В сторону аттракционов она ведет. Да. А это аллея? Аллея воинской славы.
Да, или аллея героев, да, как-то да, так она называется. Так, и если по ней до конца идти, выходим прямо к памятнику матери Родины. Родины мать, да. И по пути с правой стороны будет ресторан «Арагиль». Вот этот автобус неудачно встал, покажем пока другую аллею. А вот эта аллея, да, можно назвать ее тоже центральной. Она ведет, там памятник, помнишь, жертвам войны 45-го года. Вон он даже отсюда виден. Чуть-чуть ты памятник. Представляешь, я не помню. Ну, руки такие протянутые на памятнике. А я в прошлую пятницу снимал. Надпись там была, чтобы больше никогда матери не теряли сыновей. А здесь этот ресторан сохранился. Там думал, где-то памятник Монте Мелконяну был. Это, по-моему, поближе к озеру. Может что? Быть, но да. В пятницу не по пути. Нет, я не увидел, не встретил. Снимал. А вот здесь? Сюда куда идем? Здесь некуда сюда уйти. Это ресторан, да. А ты помнишь, мы были как-то в этом ресторане. После Союза его только что открыли, мы пришли. Хозяин был чудесный человек. Как ты хорошо помнишь. Но они, ну, потому что я с ним работал. Но они сказали, сейчас не он хозяин, поменялся. А это Тигран Великий, интересно, или... Гагик таково же, у него в руках храм. Один из наших царей, да. Да. Если храм, скорее всего, Гагик. Да, Гагик строитель. Ну, пожалуй, и все. Автобус не уехал, но отсюда аллея несколько глубже видна. Проглядывается. Да. Посмотрим. И сядем, поедем к ресторану. Аревик, сегодня у нас программа, нас пригласили, будет вечер армянской народной песни, но молодые ребята, в общем... В общем, мы побеседуем и с ними, и с хозяевами ресторана, побеседуем. Привет Ставрополю! Вот так, мешают снимать... Но беседа у нас будет совсем в другом русле. То, что вам Армен обещал. Да, это будет попозже. Историю вообще, попозже. Монумента и вот ресторана «Арагил». Это все будет на неделе, а может чуть позже. В общем, на армянском языке это будет. Да. Сегодня мы поговорим больше, я думаю, о музыке. В общем... Доедем, поговорим, узнаете. Это здесь новые здания такие построили. Но строительство что-то приостановилось в последнее время. Да, уже целые 2 года в таком состоянии. И видите, какое количество машин? Мы еле припарковались. Да, сегодня так много народу вот. В парке, как будто бы после этой демонстрации первомайской. Да, вот воюют за место на паркинге. Ну, поехали. Ну вот, направляемся куда? В ту на сторону. На улицу Бабаян. Да, огибаем парк. И вот здесь гостиница «Рэдисон». А на месте этой гостиницы был лес, ну, который лес? Весь вырубили. Да. Да, я покажу и с той стороны. Да, и лес. Тут вырубили. И там вырубили. Особняки построили. Это президент умудрился здесь все вырубить. Бывший. Пример подавал, как надо обращаться с лесом, с легкими. Да, как нарушать экологию. Сейчас мы свернем на улицу Бабаян, и с той стороны есть подъезд к озеру монумента. Подъезд? Я подумала, подъезд здания. А, нет, подъезд. И, кстати, монумент, официальное название «Парк Победы». Но ереванцы всегда называли его монумент.
мы тоже так называем. Интересно, что имелось в виду? Вот памятник Сталину монументальный? В принципе, да. Но в детстве я думал, что монумент – слово значит «высокое место», мне так казалось. Вообще весь этот район, вот школа Толстого, где училась наша зрительница, да. Это тоже называлось монумент. Район весь так назывался, да. Вот здесь стоянка, давай на стоянке, надежнее будет. Да, но тут шлагбаум, он откроется? Да, конечно. А деньги надо бросить? Нет, у меня нет мелочи, знаете. На парковке ресторана «Аревик» не смогли, мелочи не было. А эта парковка, мы встали, ресторан «Венеция», нет, по-моему, назывался? Это «Венеция»? Знаете? Да, мы здесь были зимой как-то. Ну, не... тут столиков не было, я поэтому... Ну, зимой, естественно, не было. Была осень поздняя. Там вот, смотри, зал был, помнишь? Да. Свадьба была или день рождения. Да. Анайджан, давай все-таки скажем, какое сегодня число, который час, температура. Июля. Давай по дороге пойдем этой. 10 июля, где-то 8 часов, нет? Да. И... 28 солнца будет. Градусов приблизительно. Закат. Ну, закаты мы отсюда вряд ли увидим. Нет, закат. Нет, закат. Не увидим. Закат надо было с ресторана «Арагиль», наверное, бывшего. Да. Вот озеро называется «Аревик». Так же, как и ресторан. В виде озера Севан. Вот здесь остров, полуостров. В общем, это первое, да, искусственное озеро в виде Севана? Ну, так мне сказали, да, в тот раз ребята, когда мы встретились. Они сказали, Рафаэль Исраэлян автор озера, но я прочел, другой был архитектор. Рафаэль Исраэлян автор... Памятника, ну, постамента, сам памятник, да, Сталину, да. Меркуров, да. Между прочим, чудесный был памятник, смотри, очень двойняшки. Пропорциональный, красивый. Один спит, а другой шалит. Посмотри, ногой его задевает. По очереди шалят, да? И оба мальчики? Девочка и мальчик. Ага, девочка, видишь? Но близнецы, да? Да, близнецы. Годик уже им исполнился. Ну, повезло вам, все вопросы решили. Ну да, сразу. Одним махом. Одним махом. Ну, мальчик какой хороший, а девочка, мы не видим ее. Ну, такая же хорошенькая, ясно уже. Но более нежная, по-моему, девочка. Ну, мальчик очень веселый. Мальчик такой, шалунишка. Шалунишка. Мы увидим, да. Но нашим не покажем. Наконец она и вернулась от близнецов. С мамой, кстати, тоже школу Толстого кончала. И, кажется, ее мама тоже учительница была в этой же школе. И она так мельком что-то как сказала. Как кажется, Анет? Ты 10 потому минут говорила. Потому что я не уточняла. Не-не, еще мы кажется. Вместе были. Мы все наперебой говорили. И вот она как раз в это время сказала. Моя мама тоже в этой школе. Ну, видимо, преподавала, а не кончала, я так предполагаю. Там аттракционы. Это вроде чертово колесо видно. И вот этот ресторан «Венеция». Это ты будешь, давай. Нет, это ты будешь, по-моему. Да. Кому-то грозили по морде в такой грубой форме. Ну, микрофон в нашу сторону, так что не слышно было.
Ну, скажи, душно. Даже рядом с водой духота какая-то. Нет, особо. Разве? Сегодня все время тучи набегали, такие черные. Вот-вот должен был дождик пойти. Да. Потом ветер их разогнал. Да, разогнал. Раз, вот два, вот. И нет туч. Для ветра это пара пустяков. Ух ты. Но лодки такой уютный вид создают, нет? Да. Обжитое какое-то озеро. Да, живое что-то. Да. Вот днем, когда солнце, лодки не так много их, потому что жарко очень под солнцем. Ну, там еще лодочки тоже, видишь? Да, но лодок и у них... И мне нравятся именно вот эти старые, традиционные формы лодок. Да. Эти надувные, они как-то не воспринимаются, как лодки. Ну, это шлюпки вообще-то, да? Наверное, называются. На Московском озере шлюпки? А эти, ну, те вообще, они с моторчиком. Там грести не надо. Вот уже музыка слышна. Это обещанные армянские народные песни? Ну, он предупредил, что молодежь будет импровизировать. Да, ритмы совсем не армянские. А может, это запись включена еще? Ну, сейчас подойдем, все выясним. А что за баллон такой стоит тут черный? Это реклама вина. Бутылка. Я не вижу горлышко, эта ветка заслоняет. Мне показалось, какой-то баллон. Ну, я был здесь недавно, поэтому знаю. Вот отсюда лодки. Но смотри, как много лодок. Расплакались. Наша знакомая мама поехала. Оба плакали или один? Один кто-то. Один? Да. Ну, сейчас Авета вызовем. Нет, это запись включена. Я коротко так покажу. Долго нельзя ее. Вот нам предложили в другом месте пока посидеть, чтобы эта запись не мешала беседе. Сейчас познакомимся. Вот два брата. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Авет Мовсесян. Очень приятно. А я Гамлет Мовсесян. Гамлет. Ну, вас четверо. Три брата. Три брата? Да. Ну, с двоими уже познакомились. Сейчас Авет предлагает посмотреть нам старые машины на стоянке. Дедушкины наши машины. Раритетные, да. А это что, гостиница? Нет, это зал. Это зал, маленький зал наш. Опять к ресторану относится? Да, да, конечно. Да. Ресторан 58-летний, основан в 1964 году моим отцом, Вачаганом Мовсесяном. Вот это все пространство, да? Это гостиница, все... что вы сейчас снимаете, да, коттеджи. Действует гостиница, да. Столько русских приехало, что... Это у нас open space area. Ага. Место под открытым небом. Там елки у нас. Кому вот этой маленькой елке 25 лет, этому 31. Там уже вот чуть дальше есть 40-летняя елка. Вот серебристая. Да. Ну, вот там. Насколько я понял, вы здесь выросли, нет? Конечно, мы тут не только выросли, а... Вы тут родились. Совсем и росли все это добро. Четвертое поколение. А школу какую кончали? 28-ю, Толстого. Толстого, да. Вот мы сколько сейчас... Все эту школу кончали. Все толстовцы тут. Это у нас не раритет только, а... Да, наши, ну не такие старые. Наши воспоминания огромнейшие, наши да. Самые лучшие это воспоминания. Этот нет? Серый с 85-го года выпуска. Ага.
Эта машина принадлежала дедушке моему, Авету Гамбарцумовичу Мовсисяну. Да. Вас Бежева назвали его в брата. Честь дедушки. Да. Да. Меня назвали в честь дедушки. Бежевая принадлежит среднему брату дедушки. Ага. С 93-го года выпуска. Нет, 89-го. 89-го. 89. 24-10. Да, я надеялся, что ГАЗ-21 будет, но... 21 нет, но есть фургон 26. Да. Вот это наш дворик ресторана, второй этаж, деревья наши. Авиджан? Всю зелень, что вы видите, посадил мой отец. Маленькие деревья. Отец или дедушка? Отец. Да. Дедушка посадил два тополя прямо на берегу озера. Но он был директором, нет? Аревик. Озеро, да. Он не был директором, он был основателем этого района. Мой дед был основателем этого района. Директор был мой отец. Отец. Вачаган. Вачаган. Авиджан, я должен попросить сегодня... Давайте будем говорить о ваших музыкальных... Давайте, у меня, кстати, артисты там есть, Катя. Артисты тоже, да. Потому что история, я все время твержу нашим, что очень интересная, но обязательно будет отдельная передача. Мы с вами погуляем, все покажем подробно. И Арагиль очень нас всех интересует, но сейчас об этом не будем. Ресторану 58 лет, и с его основания тут всегда были и до сих пор находятся артисты, музыканты. Тут постоянными резидентами были Кару Хайрапетян, тот же Константин Орбелян тут играли, Малхас Бела тут играл. Бела Дарбинян не была? Не помню, не знаю. Она очень старая певица, но красивая была. По-моему, в ресторанах она не играла. Она, насколько я не уверена, да. В общем, вот такие корифеи тут выступали. Ну и в 90-х Захарут был тут, Ашот Газарян был, Тата Симонян был. Да. В общем, вся плеяда. Плеяда, да. Рабизовской истории все тут выступали. Под руководством, кстати, Каро Хайрапетяна. Скрипача? Да, да, да. Каро был каждодневно тут. Да, а сын сейчас не посещает? Конечно, посещает. Да? Багат. Как Хайрапетян бывает раз в месяц. Да? Но не под Катунер, с Арто Тучбайджаном они выступают. Ага. Да. Мы его слушали тоже, Арто. Ну, сейчас у меня постоянные резиденты и Зара Маркосян, с которой я вас сейчас познакомлю. Мы тут разговариваем, обговаривали. Да, вот я недавно получила оповещение, что в Меццо ее концерт будет, Зара Маркосян. И у нас тоже. И у вас. Где будет? Меццо. Меццо. С начала своей карьеры, то есть у нее начало карьеры было в Сочи, в Краснодаре. Угу. Потом она переехала сюда, и когда переехала, вот с той поры она у нас выступает с бэндом. Да. Очень талантливая девочка, очень. И просто один просто кайф, одно восхищение работать. С ней извините работать. За молодежные слова. Да. Ну, мы еще у нее спросим, как с вами работать. Работается. Давайте. Авиджан, ну вы в тот раз рассказывали, что вы вкладываете деньги в певцов, у вас мечта продвигать их по всему миру, чтобы были известны. Угу. Вот об этом проекте можете? Смотрите, я не вкладываю деньги именно в певцов, а в проект. Мы создаем проекты. Да. С разными артистами, будь то жанр, например, производство, тот же гончарное мастерство, или рисовальное искусство. Широко, да. не только певцы. Да, да, и в бенды, понятно. И в электронную музыку. Мне казалось, только в музыку. Нет, мы работаем со многими артистами, начиная от сфер музыкальной, заканчивая с художниками. Так. Художники и даже ремесла. Да, конечно, да. Да. То есть широкая. А это отдельная организация у вас этим занимается? Monument Production. Это Monument Production тем и занимается. И у вас фонд есть, нет? Кажется? Фонд есть Вачаган Мовсисян, именем моего отца, да. Который занимается облагораживанием этой территории, то есть озером Аревик и околоплодными
помещениями, историями, то есть лесные массивы и все такое. Это знаменитая песня Эльвины Макарян, называется «Сэль Асцо», которую аранжировал мой друг и заслуженный артист, наш покойный Гайко. Ну, они вместе исполняли эту песню. Эльвина Макарян, Гриша Агаханян и Гайко тоже принимал участие. А сейчас там играет диджей. Называется Gorgeous Beats. Великолепные биты. Старые армянские песни, музыки, музыку и делают ремиксы. Музыку из кинофильмов. Наши любимые песни. Понятно. Честно говоря, я думал, оркестр должен быть, но... Нет, не оркестр. Да. Оркестры бывают по субботам, пятницам и по четвергам у нас. Место у нас называется Aravik Lounge. Смысл в том, что мы сохранили имя Aravik Озеро. Озеро называется Aravik, да. Прозвал озеро Aravik мой отец. Было это в 65-м году. Вот. А лаунж... Мы такой смысл там укрыли, а лаунж называется, ну, имеется в виду, что зона для отдыха. Понятно. На английском написали, ну, и много на армянском, вы видите, тоже. Эту песню очень любят в городе. Мы два раза в кафе снимали, опять ее исполняли, но другое было. Сейчас он уже сделал ремикс «Спитак Анурджнер». Вот сейчас идет музыка уже. После этого, да? Да, да, «Спитак Анурджнер». Ну, мы чуточку послушаем, пойдем, а то вся передача уйдет на концерт. Смотрите, как великолепно тут, когда играет музыка, и там отдыхают люди. Да? Да. Мы специально построили кафе тут именно, чтобы было близко к берегу и к озеру, чтобы обхватить большим количеством людей, чтобы они слушали настоящую, хорошую, высококачественную музыку. Моя философия такова. Я с детства понял, что самый лучший вариант воздействовать на человека – это звук, слуховой аппарат. И через слуховой аппарат мы воздействуем качественной музыкой, дабы чуть-чуть поменять и настроение людей, и ауру, в общем, и ауру, вообще смысл их бытия, жития. Вот как вот у нас. Сейчас сидящие в лодке слышат эту музыку? Конечно, слышат. Да, и слышно, даже на другом берегу слышно. Да, тогда ответственность, конечно, большая. Ну вот почему у нас выступают музыки. Самые высококачественные бенды, оркестры. Хор, Левон Малхасян, Арамо, Зара Маркусян, наша постоянная резидентка с бендом, Карина Арустамян, Yellow Stones, которые исполняют песни Beatles, Rolling Stones. Да, вот вчера, но я не хотел, потому что... Another Story Band. Совсем другая история называется. Они, у них в репертуаре есть русский рок, армянский рок и вообще ереванские колоритные песни. В общем, мы в эпицентре всего этого. Мы всю палитру вобрали в себя музыкальную, дабы людей превозносить именно артистов, которые именно исполняли эти песни. Оригиналы, то есть имеется в виду Цоя, Рубена Хахвердяна, тот же Форж. Да. И потом уже чуть-чуть познакомить с молодежью и, конечно же, воспитывать. Да. Ну, в кавычках, извините за держит, скажет, воспитывать. Бать, с моих слов, конечно же, писал с моих комментарий, слов. Да? Вот, видно. Да, мы уже забыли, что у нас русская передача. Луна вышла. И Авиджан, вы обещали нас познакомить с Зарой Маркусом. Передача русская, мы уже расслабились, забыли все. Я бы хотел вас
познакомить с великолепной певицей. Не только как продюсер говорю, а именно человек, который восхищается ее творчеством. Вот у нас рядом стоит Зара Маркусен, с которой мы работаем, с которой дружим. Дружим давно, между прочим. Мне очень нравится не просто выступать здесь, в Arabic Lounge. Мне нравится вообще общаться с людьми, которые даже приходят. Потому что тут аура классная. Yeah. Это все исходит от него и от братьев тоже, конечно. Спасибо, спасибо. В общем, нахвалили друг друга. Да, мы так договаривались. Ну, у нас же стаканов нет, чтобы тосты поднимать. Мы и говорим истину, правду. Зара у нас современная джазовая певица. Очень интеллигентная и очень талантливая. Я думаю, ее все знают. Да, да, да. Ну, я говорю для русскоязычных так, наших друзей, наших блогеров и подписчиков, которые не знакомы. И блогера смотрящих. Зарджа, ну скажи несколько слов нашим подписчикам. Нашим подписчикам. Скажи слово нашего отца. На самом деле я не ожидала, что буду гостьей вашей передачи на YouTube-канале. Но очень приятно, на самом деле. И хотелось бы пожелать всем вашим подписчикам, чтобы они внимательно слушали каждое слово, которое записывается у вас в передаче. И, кстати, я очень рекомендую... Это уже ответственность на нас. Мастер Армен, я очень рекомендую, чтобы ваши подписчики, у кого есть на Фейсбуке и в Инстаграме есть профили, чтобы подписались на Зару Маркусян, да. Они могут найти ее профиль на Arabic Lounge. Вот на этом я настаиваю. Пусть найдут ее профиль, пусть найдут страницу Arabic Lounge, Monument Production и будут в курсе все, что творится у нас. Да. Зара-джан, а у нас есть шанс, скажем, в субботу или когда услышать вас здесь, выступающий? Я вас жду в четверг. В этот четверг? Да. Все, да, понятно. Четверг у нас гости. Ай, а мы подождем, мы до опоздали. Мы не начнем, пока вы да, день наших внуков. Почему вы с гостями не придете? Сюда? Каждую неделю в четверг или просто да, в этот четверг? Интересы. Уже в каждую. Каждую неделю и в четверг, вместе, да? Да. Каждый четверг? Ну ничего, да. Что-нибудь придумаем с внуками. А мы можем с внуками прийти, в принципе. Ну круто. Конечно. Будет. С сыном, с внучкой. Да, да, да. А да, может да, быть, да. С дочкой. Так, познакомим их с армянским джазом. Именно да. В исполнении Зары и ее восхитительного бенда. Ну сын практически настолько же в курсе, я как думаю, и вы, потому что он снимает эту «Чейн Спасум» передачу. О, круто. Сура? Нет. Давид? Давид. Ваш внук Давид? Нет, наш сын. Сын? О, очень приятно. Ну, внук – это, в принципе, комплимент Давиду. Я была на передаче. Да, у вас… Да, они были у вас. Нет? У нее дома снимали. Да, не дома, но снимали. Зараджан, если они вас снимали, я, в принципе, не имею уже права. Мы даже друзья. Авторское право у них. В общем, мы встретимся. Думаю, вы приходите. Спасибо вам большое. И его тоже пригласите. Да. Да, мы с ними и придем. Они в этот день у нас в гостях бывают. Вечер. А когда начинается? 8:30. 8:30 и до скольки? Да, поздно. Да, поздно зайдем. Обязательно. Значит, встретимся еще. И спасибо вам большое. Мы вас оторвали. Вы с друзьями сидели. Да, пойдем кушать мороженое. Мы вас приглашаем на мороженое. Пошли. А вы какое предпочитаете? Послушайте музыку. Шоколадное или ванильное? Да, мы будем кушать и слушать. Видите, старый ереванский колорит. Меня слышите? Вот все пропитано им. Помните песню? Да, конечно. Oh, no.
детства. И он был мастером спорта бальных танцев Еревана. До сих пор является им, но поменял работу, конечно же. Его зовут Нерсес Нерсисян. Он внук основателя и первого директора школы имени Толстого. 128-й. Нерсес Нерсисян. Здесь все время учили учеников школы Толстого. А здесь все учились в этой школе. Да, да, весь район. Он не знал, что попадет под камеру. Вообще никто не знал, что у тебя. Вот это его великолепная семья. В общем, такая семейная ереванская атмосфера. Да. В ресторане. Вот там у меня другой друг, невропатолог Арман наш. Да. Ну и они пришли сегодня послушать музыку. Ереванскую музыку под... Давай, начнем. Да, мальчик на самокате. Сидим, ждем мороженое наше. В ожидании мороженого беседы. Можно вас так называть? Конечно, меня так и зовут. Кстати. Неофициально. Но ученики меня называют Зара Арменовна. Я Зара Арменовна. Да. На сцене я Зара Маркосян. А вот с вами я Зара. А Анаиду ученики звали Анаида Рафаэловна. О, классно. Я была учителем русского языка. Моя мама тоже преподавала русский. Да. Зараджан, поскольку вы... Когда учились в Москве, отсутствовали в Ереване. Это значит, когда вы вернулись, вы, наверное, острее, лучше чувствовали, что такое Ереван. Мы все время здесь, понимаете? Я очень сильно скучала, если честно. Ага. Очень сильно скучала. Многое после моего отъезда многое изменилось. В худшую или в лучшую сторону? Не в худшую, но, да, смотря в какой сфере, но на самом деле кардинально изменилось все. Время быстро пролетело, и со временем тоже очень многое изменилось. Не в лучшую или в худшую сторону, а вот реально все изменилось. Именно вообще изменилось. Именно изменилось. Да, понятно. И уже понять, в лучшую или в худшую, это труднее, конечно. Ну, да. Зараджан, а какие годы вы отсутствовали, учились? Я очень часто переезжала в Сочи. Очень часто переезжала, потом обратно приезжала. В Сочи? Да. Сначала в Сочи, потом в Москву, я, да? Жила в Сочи, когда мы переехали, а потом в Москве училась. Ага. То есть в каком году уехали и в каком окончательно вернулись? В 98-м, в конце, в декабре мы переехали в Сочи. Ага, потом в Москву. Потом мы там жили, да, потом, когда уже студенческие годы, мы поехали в академии, училась, поехали в Москву, чтобы училась. Ага, и вернулись? Вернулась в 2005-м, по-моему. В 2005-м. Если я не ошибаюсь. То есть уже 15 лет в Ереване вы уже. 17 да. Уже. Надеюсь, 17. Больше повода, да, не будет 17. Переехать. Да. Да. Так прискорбно, что вот так люди разъезжают. Не разъезжают, а разъехались. По учебе уехали. Ну, каждый по своей вся интеллигенция уехала. У всех были какие-то веские причины на это. Вот и мороженое. Спасибо. Ага. Зараджан, это ваше, я мороженое не хочу. Нет, мне нельзя. А вам я берегу свои связки. Нет, у меня много-много выступлений просто. А, значит, будем ждать об этом. Вот он сейчас подходит. Thank you.
губернатор. А вот я думаю, в кадре не хватает ресторана «Рагильш». Че? Подошло бы какую-то музыку. «Рагильш» совсем иная история. Мы обязательно про него поговорим. Да. Я поспешу, конечно. А «Рагильш» был прямо напротив. Я все время любовалась, пока построили вот эти высотки. Высотные, на да. какой улице? На Маркса тогда была улица. Ну, Сара, я думаю, не была в «Рагильше», нет? Нет, но я внимательно слушала. Меня тогда, может, и не было. Может, и не было, да. Наверное, единственное, где остался «Рагильш» старый, «Путь на арену», помните фильм? Нет, откуда я его помню? Янгибаров играл? Баров, нет, не знаете. Комик Янгибарова и боксер. «Путь на арену» назывался фильм. «Чанапар де Пикаркес». Не видели, да? Нет, видел. Очень старый фильм. Вот там кадр есть, они заходят в ресторан «Рагильш», мороженое кушают. Да, приглашают свою. А вот Азар, ты показывал в ресторан «Рагильш»? Конечно, показывал. Она знает про ресторан. Да? Знает. А кто не знает вообще? Зара. Я «Рагильш» знаю, я фильм не видел. А потом что-то смутно вспоминает. Я не знаю точно, это тот фильм или нет. А «Рагильш»... Очень колоритное место было. Вид такой на весь город. Значит, Авет, у него такой проект. Он решил сегодня познакомить нас с селиванской молодежью. Да. Да. 41 это молодежь, да? Ну, молодежь, бывшая молодежь. Да. Мастер Армен, это Арман, он невропатолог. Врач. Ага. И учился в школе Толстого. Чайковского. Нет, Дзержинского. Дзержинского. Тоже. Анна, это вы вместе учились история. Фактически да, в школе Дзержинского. А я 81-го года, не раньше, не раньше. Но не скажете. Но не скажете. Ну, три поколения ереванские, да. Как вы думаете, вот для вас, ну, так скажем, сердце Еревана, самая ваша любимая область, район или, в общем, когда вы скучаете по Еревану, какое место представляете в первую очередь? Сердце Еревана во мне – это мои мысли. Мысли? Да. Это не улица. Не улица. Это, может быть, это круг общения. Ага. Не важно, на какой улице. Не важно, совершенно. Да? Да. Потому что вот у меня, например, настроение... На даже я вспоминаю. Я про Ереван очень часто пою. Да, но не репертуаре, улица отдельная. В репертуаре очень много песен про Ереван. Я завершаю свою концертную программу именно песней про Ереван. Потому что это для меня очень важно. Это как бы финальная часть моего концерта и про Ереван. Да. То есть вопрос надо снять. Такой улицы или площади нет, это не которая нет, нет, абсолютно. Вспоминается вам. Например, хорошо. Когда я жила в России, ага. я вспоминала Ереван с какими-то событиями. Да. Они какие-то конкретные улицы, места. Да. Да, это не улицы, это просто мысли. Да. Воспоминания, мысли. Понятно. У вас более абстрактное такое мышление, да? Я чувствительный. А у вас есть такая улица, площадь, не знаю, кафе? Вот в наше время был Козырек, Поплавок, Сквознячок. Скорее всего, конкретно географически нет, потому что мне повезло, я никогда не жил вне Еревана. Я 41 год, родился, живу, буду жить и умру вот здесь. Так что для меня Ереван – это Ереван со всеми его уголками, закоутками, объектами и все. Ну так, лично для себя большой центр, не все эти общепризнанные. Весь центр, весь центр.
Я думаю, а в это не надо спрашивать, для него я... Монумент Авет или нет? Нет, конечно же, Ереван, он, как Арман сказал, я с ним соглашусь, это большой Ереван. Да. Ереван, он являет собой душу, армянскую душу. Мне кажется, это душа в любых уголках, где работали настоящие люди, настоящие люди. И соглашусь тоже с Зарой, что вообще ереванец или армянин, он мыслями бывает. Он только мыслями. И ну, эти мысли, конечно же, материализуются, если, конечно же, он работает на этом поприще. Я считаю истинным ереванцем человека, который воюет. Именно с утра до ночи, да, трудится и воюет во благо Еревана, во благо своих, реализации своих новаторских идей на старом основании. Да. Сложная жизнь, да, фактически, воевать все время. А вот я вообще не сторонник войн, но если вы так считаете... Ну это же война, Варбеджан. Мы же... Каждый день это война. Давайте, борьба. Да, будем считать борьбой. За свое личное благосостояние, борьба, и благосостояние, да, республики, и народа, нации, страны, государства. Да. Кстати, без разницы, как это называется, Армянская ССР или остальные арабы. Кстати, мы тоже с Анаит не отсутствовали из Еревана со дня рождения. Но самое большее я 3 месяца был на практике. Поездки? Да. 20 дней отсутствовали. А где вам больше всего понравилось после Еревана? Я всегда хотела в Италию в первую очередь попасть в Рим. Не знаю, это была моя мечта, она осуществилась. А потом уже мы почти всю Европу объездили. А где красивее? И, кстати, я поняла, что это невозможно просто сравнивать. Потому что каждое государство, каждый город имеет свою прелесть. Они несравнимы. Я согласна. Потому что Париж, он Париж, Рим – это Рим. Вот видите, какие разные мечты. А у меня есть мечта поехать в Москву на Красную площадь, в мавзолей Ленина и увидеть дедушку Ленина. Все, это максимум моих мечтаний. Браво. Это вы как невропатолог хотите Нет, увидеть? Нет, это я или... как советский ребенок. До сих пор осталась эта мечта, да? Ничего не поменялось, абсолютно ничего. А это он серьезно говорит? Это твой друг или шутит? Действительно хотите увидеть Ленина? Да. Про Ереван. А я видел, представьте. Я вам завидел. Арбет Армей, про Ереван мы поговорили. И вот сейчас звучит музыка Левона Малхасяна «Ереван Джан» называется. Но я должен сказать, для меня все-таки Ереван, я очень люблю улицу Абывем. Я там родился. И... Астафяна? Да, это для меня другое что-то. Я думаю, как для Авета монумент. Да? Да, можно считать так. Но да. Я про Астафян очень много слышал от своего деда. Там, если вы должны помнить, по-моему, Варпет, там был человек... Имени не помню, сириец, по-моему, был сирийский армянин, у которого был рядом с кино Москвой был мангальный такой, мангал. Да. И он там работал. Дед очень много рассказывал про Ереван, про их молодость, как они после работы спускались по Астафяну, чтобы там видеть корифеев наших. Да, корифеи помню, а мангал не помню. Где был мангал? Рядом с кино Москвой. Да, был, по-моему, Варпет Гуго был, если не ошибаюсь. Он рассказывал, что ему было под 65, там, ну, во времена СССР 65. И на улице прямо делал шашлык. Да. Нет, я наверное... Ну, я рассказываю это где-то в... 50-е годы, нет, да, наверное? Ниже, в 40-е. Ну, я в 50-м родился. До войны. Да. 39-40, 40-й, да. Ну, сейчас, если я скажу, что мы чудно вечер провели, вам это вряд ли особо интересно. Но действительно атмосфера
один другого интересные люди. Зара осталась с нами. Давайте прощаться. Действительно не хочется, но я еще скажу, здесь мошки кусаются. Я уже, на мне живого места нет. Они против нашей программы. Да. И потом уже поздно. Мне нужно монтировать все это дело. Зараджан, Анайджан, прощаемся. Слушаем вас. До свидания. Пока. Всего вам доброго. Удачной вам недели. Посмотрите нашу передачу. И хорошего настроения. Она вам понравится. Обязательно да, понравится. Мы на концерт Зары постараемся обязательно в четверг прийти. А вот я Давиду тоже сказала. Он говорит, ну, долго не смогу, Инессу надо домой отправлять, но полчаса точно побуду. В общем, мы будем в четверг. Мы будем. Увидимся. Буду ждать. До встречи. И будьте всегда здоровы. И мирного неба нам. Вон луна там видна сквозь листву. До свидания.